Мужики, всем привет. В общем, поставил 17 сил вместо 7-сильного мотора. Те, кто смотрят канал, помнят, да, по прошлому году я на этом моторе пахал огород себе. В общем, кто не видел, вот здесь вот оставлю вверху ссылочку. Заходите, смотрите. Показывать я уже не буду, наверное. Это уже пройденный этап. Вот такие вот дела. Купил, короче, аккумулятор. Вот такой. 12 вольт, 7 ампер. Он считается мотоциклетный, я не знаю, для скутеров. Вот, ставят их на генераторы. А я буду ставить на тракторок. Запускать двигатель. Он нездоровый. Кстати, он сухой. Электролит в комплекте. Пробочки. Это я уже вот тут распечатал. Посмотреть. Сейчас буду заливать. В общем, давайте. Залить. Посмотрим, как это дело происходит. Снимаю вот эту штуку. Возможно, там тихо на камеру будет, но микрофон не брал. Так, видно? Я думаю, видно. Ну, здесь вот инструкция, как это все дело делается. В общем, теперь нужно что сделать? Вот так просто одеть и нажать. И электролит должен перелиться. В общем, как-то так должно произойти. Так, есть. О. Все, пошел заливаться. Электролит. Я думаю, видно. Вот сейчас, как только зальется, все это дело сниму, пробки заглушу и поставлю, наверное, на зарядку. А может, дам постоять, чтобы он напитался. Часа 3-4 пускай будет, постоит. В общем, ждем. Эта банка что-то совсем не хочет заливаться сама. Остальные синхронно пошли. А это запоздало. Как-то так. Ну все, мужики, электролит вылился весь. О, вот так виднее, да? Теперь аккуратно все это дело снимаем. Вот они. Напитывается. Теперь это все дело нужно заглушить. Итак, мужики, поставил провода, сейчас цепляю на двигатель и проверяю тестером, идет ли зарядка. Если зарядка идет, значит, ищу ему место. В общем, закрепляю и пользуюсь. Пробуем. Подключил тестер. 12.79 показывает. Пробуем завести.
Так, ну зарядка идет. Зарядка идет. Значит, можно его снимать и ставить куда-нибудь в подходящее место. Нашел я место. Ставить буду в раму. Вон туда, под площадку, под двигатель. Прямо в этот швеллер. Сделал вот такой хомут. Я не знаю, не видно, наверное. Вот, согнул из металла. Будет вот таким образом, мужики, прижиматься. Я думаю, видно. Прямо там место. Здесь, с этой стороны, рулевая колонка мешает, а там как раз для него местечко. Он подходит по габаритам. Вообще шикардос. Вот, как-то так. То есть, ну, покажу. Здесь болты мешают. А так он прекрасно проходит. Все, сейчас его закреплю и подключу. Так, все, подключил. Аккумулятор прикрученный. Здесь плюсовая клемма никуда не достает. Зазоров везде хватает. Спрятался он в раму. Снизу также никому ничему не мешает. Наверное, не видно, все это дело отсвечивает. Вот. Защищен со всех сторон. Получается. Даже если трактор ляжет на бок. Ну, бывает такое, да? Ничего с ним не произойдет. Никому он не мешает. Вот, как-то так. Так, на два болта закрепил. Все, теперь можно даже и проверить. И отлично. Немножечко комфорта себе добавил. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Будем сравнивать двигателя.